День знаний на телерадиоканале «Страна-ФМ». Глафира Потрошкова, 12 лет. Я поздравляю всех школьников с нашим главным праздником – Днем знаний. Пусть учеба будет увлекательной и познавательной. Знания, которые мы получаем в школе, очень важные и ценные. Мы всю жизнь будем использовать этот багаж. Поэтому учиться надо старательно и внимательно. Ведь все двери открываются перед мудрыми и начитанными людьми. 1 сентября мы с друзьями входим в большую и красивую школу. И начинается самое интересное в жизни время. Дорогие ребята, желаю вам каждый день расти и развиваться в любимой школе. День знаний на стороне FM.